Маша, вставай в школу. Уже в школу, мама. Ладно, встаю, встаю уже. Как не хочется в школу идти? Тропусик, скажи. Маша, ты уже встала? Да, да, уже почти встала. Что нужно придумать, чтобы не пойти еще? Сегодня же контрольным, а я же не подготовилась. Так, Бусинка, давай подумаем. Придумала, кажется. Маша, ты проснулась? Мама, мама, что-то я себя плохо чувствую. А что случилось, Маша? Не знаю, посмотри. Ой, Маша, а что это с тобой? Что это за красные пятнышки? Не знаю, наверное, ветрянка. Ветрянка? У вас в классе кто-то болел ветрянкой? Да, мальчик один там. Так нужно срочно вызвать доктора. Ложись, ложись, сейчас я вызову доктора. Теперь надо, чтобы она не заметила, что я себя накрасила. Your friend, a doctor.